Всем привет! Вы на канале Любочка Влог, и сегодня мое новое видео про животных, а конкретно про улиток охотин. У нас сейчас прохладно, отключили отопление, лето, поэтому обязательно, конечно же, включен отопительный коврик для улиточек. Вот, они у меня стоят не на полу, чтобы им было все-таки потеплее. Вот. И сейчас я буду снимать у них уборку, покажу, какие они. Но, конечно, выросли они не намного, так как все-таки холодное время года, и в этот момент очень плохо они растут. Буду я в ванне их чистить. Вот, показываю все, как есть. Они у меня кушали морковку, поэтому какули у них, конечно же, оранжевые. Вот они, мои красоточки. Так что сейчас буду убираться, и все вам покажу уже, когда будет чисто. Контейнер у меня уже чистый, я положила ягель, и сейчас буду пересаживать их на место, да, в свой домик. Вот такие вот они у меня красоточки. Улиток очень важно брать именно вот так, за ракушку их нельзя тянуть, вот так взяли и спокойненько положили. Еще раз показываю, под мордочку вот так вот взяли и положили. За ракушку тянуть нельзя. Сегодня я им положу морковку и огурчик. Так, у огурчика я уберу кожурку. Так, огурчик я нарежу им где-то 3 кружочка. Вот. Это 3 кружочка. Холодную еду, так как она из холодильника, давать улиткам нельзя, поэтому я положу в теплую воду. И оно немножко полежит, чтобы потеплела еда. Так, они у меня куда-то путешествовать полезли, да? Путешествовать. Идите вниз пока. Я сейчас кормить вас буду. Так.
Сегодня я решила им положить еще один большой кусочек мела. Вот, у них будет 3 кусочка мела. Так. Еда у них уже стала тепленькой. Да. Такая у них тепленькая еда уже. Так. Сейчас я обязательно еду посыплю кальциосмесью. Мордочки свои убираем. Так, кальциосмесь обязательно. Так, и чуть-чуть ингоморосов положу. Сначала на руку 4 штучки положу. 2 и вот сюда. 2 и вот сюда. Вот. Что? Моим улиточкам 3 месяца с половиной. Конечно, я знаю, что они для своего возраста все равно маленькие, так как все-таки погода, такие условия. И сейчас я хочу их померить. Меряются они не с ногой, самое важное, они меряются именно от ракушки начала до конца. Они у меня 8 сантиметров. Это самая большая 8. Это 7. Вот. Одна 8 сантиметров, вторая 7 сантиметров. Этим летом я думала насчет того, что у нас в городе, в лесу буду собирать мох или ягель. Самостоятельно его сушить. Я, конечно же, попробую, но все же я заказала сегодня мох 100 рублей за литр мха, ну, в литровом пакетике мха. Неочищенного от иголок, там, знаете, от... Просто неочищенный мох, сухой. За 100 рублей за литр. Я заказала 2 литра, 200 рублей. Вот. А дальше уже буду пробовать, конечно же, собирать сама, когда будет хорошая погода, когда он уже нормально так вырастет, да? Вот. И буду сама своим улиточкам его собирать. Посмотрим, может быть, у меня получится. Так, поставила я своих улиточек быстренько в тепло. Обязательно. А то уже... У нас в других комнатах холодно, а в этой тепло, поэтому поставила их уже на место. Так что всем спасибо, что посмотрели это видео. Меня спрашивали насчет улиток, что с ними, просто не было времени про них снимать. Так что все хорошо. В ближайшее время ждите видео про попугайчика, черепашек и хомячка. Всем пока-пока!